Пополнение на аллее героев трудовой славы. В Химках установили бюст советского инженера и главного конструктора НПО имени Лавочкина Георгия Николаевича Бабакина. Изваял его химчанин Константин Синявин. До этого он уже создал скульптуры летчика-истребителя Ивана Федорова и конструктора Семена Лавочкина. Бюст Бабакина изготовил за месяц. Когда вылепливался бюст из глины, мы приглашали сына Георгия Николаевича, Николая Георгиевича, он там присутствовал. И обратил внимание, что действительно сходство уловлено. Хотя немножко мы с ним подкорректировали. Например, он там обратил внимание на верхнюю губу. Я его присутствие даже чуть подлепил. На торжественное открытие пришли ветераны, сотрудники НПО имени Лавочкина, близкие великого конструктора и представители администрации. На одной из моих встреч с сотрудниками Лавочкина ко мне обратились жители и попросили этот памятник сделать. И мы пообещали его открыть до Дня города. Поэтому это немного больше, чем просто открыть сегодня памятник. Это история, и он тут должен был быть давным-давно. Голова подчеркнул, что новое имя на Аллее Героев не единственное изменение. В скором времени это место полностью реконструируют. Работы внесены в план на 2020 год.